У меня в гостях сейчас находится Андрей Зыков. Андрей, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на данной выставке? У нас немецкая компания Active Trading. Мы являемся официальным поставщиком сети номер один в Германии Edeco Group. На текущий момент здесь для того, чтобы найти, предложить нашим российским экспортерам, производителям прямой вход без посредников в европейский ритейл, федеральные сети Германии и Голландии, без посредников на полке. А сколько торговых точек насчитывается у компании? У Edeco Group на сегодняшний день это 11 400 торговых точек, куда мы являемся поставщиками. Также помимо Edeco работаем с Revi Group, это Penny, Billa, Revi магазины, входящие в сеть. И также работаем с Глобусом, Metro, Schwarz Group, Lidl, Kaufland и Sparm. Что нужно производителям товара, чтобы начать сотрудничать с вами? На 2020 год стратегия федеральных сетей Германии и Голландии построена следующим образом в отношении российских товаров. Касательно, значит, это, собственно, то, что мы ждем и на текущий момент предъявляем требования к нашим российским поставщикам. Прежде всего, удивить вкусом и рецептурой. То есть мы здесь на выставке и в России для того, чтобы поохотиться за вкусами и за рецептурой наших российских поставщиков. Удивить Европу будет тяжело. Мы не предлагаем, и нам, скажем так, стратегия сети, поставщик, да, категорийные менеджеры говорят: удивите нас рецептурой, удивите нас вкусом, и вам будет приоритет. Так как товары похожие, аналогичные, которые уже есть на полке в Европе, с ними будет сложнее. А приоритет каким товарам отдается? Прежде всего, если это российское производство, то что-то связанное с русской рецептурой, с какими-то вкусовыми качествами, оттенками, которых на текущий момент нету на полке. Это вот, собственно, основное требование. И второе, также требование, эти два требования, они основных, это сертификация европейского под европейскими международными стандартами по фуд-категории. Это основные три сертификата, которые предъявляются к нашим поставщикам. FSSC 22000, либо BRC, British Retail Consortium, либо IFS, International Food Standard. Один из трех сертификатов, если у производителя есть, как говорится, Herzlich Willkommen. Если даже его нету, наша компания является официальным экспортным торговым советником при Российском экспортном центре в Германии и Голландии, Франции и стран Бенилюкса, и мы помогаем, что от нас возможно, да, организовать, получить сертификацию, необходимую для захода на европейский рынок. А скажите, пожалуйста, за три дня выставки вам уже приглянулась ли какая-нибудь продукция? Есть несколько интересных товаров, которые, возможно, могут быть интересны сетям, но также предстоит работа по ним, потому что нужно переделывать формат упаковки товара, разрабатывать новые логотипы, понятные конечному потребителю в Германии. Так как даже если производитель имеет отличные позиции в России, это абсолютно не значит, что они при той упаковке, которая сейчас есть, это абсолютно не значит, что то же самое будет на европейском рынке, так как наша задача как раз сделать товар понятным конечному потребителю в Германии по упаковке, по формату, по вкусу, по описанию товара, там очень-очень по стандартам сертификации и так далее. В процентном соотношении сколько успеха зависит от упаковки именно? Вы знаете, упаковка – это, наверное, это наш второй этап, которым мы занимаемся. Прежде всего, у нас задача заинтересовать сеть. Естественно, мы являемся поставщиками в сеть, но это не значит, что мы можем взять любой товар, и он будет одобрен сетью по нашему желанию. Наша задача – заинтересовать сеть, и как раз это основные два аспекта, это вкус и рецептура. Если у вас есть товары, которые отличаются вкусом, хотя бы, либо как-то вы можете их позиционировать отличающимся от того, что есть на текущий момент на полке, и при наличии сертификации международной, европейской, Herzlich Willkommen, как уже было сказано. Андрей, и заключительный вопрос, как вас можно найти на данной выставке? Мы представлены здесь,
прилетел только из Дюссельдорфа, поэтому не удалось заранее стенд с руководством выставки, уже договорились о следующем годе присутствия. Мы находимся, нас легко найти в Фейсбуке, легко найти на сайте Российского экспортного центра, как провайдера РЭЦа. Также сайт у нас euretail.de, к услугам российских производителей, экспортеров. Есть страница на русском языке, где более чем подробно описана процедура захода в европейскую сеть. Что необходимо для этого сделать? Андрей, спасибо вам огромное.